Сегодня в России отмечается День пожарной охраны. И работа с населением по просвещению, чтобы не допустить огненных трагедий, важная часть ее работы. Так, сегодня в КИУ состоялись учения по пожарной безопасности в рамках проекта «Молодежки ОНФ Республики». Обнаружили человека в бессознательном состоянии. Как узнать, что человек жив или не жив? Пульс. Где проверяется пульс? На руке, на шее. От теории к практике. Студентам пожарные показали и как происходит спасение из окна на веревках, и как правильно пользоваться огнетушителем, и не только. Наша главная задача, чтобы люди знали, как правильно реагировать в определенных ситуациях, то есть в зонах ЧС. Подобные практические мероприятия со спасателями пройдут и в других вузах города. Виктория Евсеева, Тагир Бекметов, Челны-24.